Друзья, приветствую! С вами Сергей Бодя. Сегодня 13 января 2023 года. У нас обычно аграрная тематика моих видео. И реже, получается, я показываю блюда, которые готовлю из баранины. Даст Бог, будет возможность, буду показывать и блюда из других видов мяса. Сегодня хочу снова приготовить блюдо из баранины, но уже чуть другой формат будет, чем обычно, позаимствую у супруги для телефона, чтобы можно было снять процесс более качественно. Поэтому, друзья, не переключайтесь, блюдо должно получиться вкусным, рецепт интересный, так что будет вкусно, интересно. И желаю приятного просмотра, хорошего настроения, благих намерений всем, добра, мира в душе и нам в стране. Так что, друзья, не переключайтесь, сегодня будет баранина. Баранина будет с ингредиентами, которые сейчас я вам все покажу, продемонстрирую. Так что, приятного просмотра. Когда мясо предварительно прожаривается на сковороде, оно потом более вкусный, вкус баранины меняется, становится более насыщенным. Продолжаем. Во время прожарки главное не заиграться и не пережарить мясо, потом он может начать отпускать сок, тушиться, и когда мы будем готовить в казане, мы потеряем этот собственный сок баранины. Поэтому легкая обжарка, только запечатать. Иначе получится полуготовая баранина. Мясо, которое мы достали со сковороды, сразу соль, перчим, батарейка села. Поэтому у нас есть в ручном режиме. Свежемолотый перец, конечно, это вкус отличается. Баранина очень любит черный перец. У нас тут смесь перцев и соли. В обратную сторону. Горячая, пусть оно впитывает в себе ароматы. Продолжаем жарить мясо, друзья. Вот у нас на Бессарабии болгарский перец. Во всех видах всегда почти бывает. Мне кажется, что это не это мы оставим в деликатесе. Так, через кожу продолжаем. Так, приготовили кастрюлю.
чеснок, томаты. Это острый стручковый перец, мы его целиком добавляем. Все,
так аккуратно. Уменьшаем огонь и на медленном огне мясо будет томиться. Но оставим его на полтора часа. Через полтора часа посмотрим, что у нас с блюдом творится. Все, не переключайтесь. Полтора часа для вас полетят очень быстро. Хотел добавить, мясо накрываем крышкой. По сторонам прошло минут 20. Хочется посмотреть, что у нас происходит с блюдом. Мы видим, что сока добавилось. И от мяса, и от овощей. То есть тут вода была бы лишней. Согласитесь. Единственное, сейчас еще чуть-чуть уменьшим огонь. Баранина любит медленно томиться. На тихо-тихо огне. Друзья, поднимаем крышечку. Нашу баранину будем пробовать. Всех старым Новым годом. Тем временем супруга приготовила блинку. У нас была традиция. Кушаем блинку и кушаем мисочки. Будем знать, кто будет в течение года лодырем, кому достанется веник, кому достанется машина, дом, работа, пылесос, кому отдых. И вот такой салат. Всех с праздником, поздравляемся, поздравления, с праздником, с Новым годом. Все, друзья, всего доброго, приятного аппетита, вам нравится это блюдо. Тут юшечка есть, она очень насыщенная и вкусная, с такой легенькой кислинкой. Все, пока-пока, кушаем милинку. Как не подглядывай, вся страна смотрит на тебя. Поля. Поля? Поля. О, ну мы же так и договаривались с тобой, что ты в этом году со мной на полях. Да. Ага, Машенька будет урожай продавать. Все правильно. Арбузом. А арбуз, кавун, да, Машка? Ничего не ела. Так, что у нас в следующий? Мы с тобой вырастим арбуз, что ты думаешь? Кавуны поворачиваем. О, ну, с мамой другого и не надо. А кто маме папа? Любовь. Мама от мамы другого не надо. Все, всех с праздником. Пока-пока.